В Краснодарском крае 1 сентября в школьные классы пришли более 680 тысяч детей, из них свыше 75 тысяч – первоклассники. На краевом педсовете губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к очной форме обучения, обеспечив полную безопасность учебного процесса и соблюдая требования Роспотребнадзора. И в Славянском районе с максимальной ответственностью подошли к подготовке учреждений образования к началу учебного года. Сделать это и соблюсти все необходимые требования было совсем непросто, но все же это удалось. В Славянской 17-й средней школе уверены, что встретят учащихся, как говорится, во всеоружии. Мы обеспечены полностью всеми средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами, санитайзерами. В коридорах и в учебных кабинетах будут работать рециркуляторы, что, конечно же, повысит безопасное пребывание детей в школе. Школа будет работать на три основных входа. Параллели распределены таким образом, чтобы младшие дети с 1 по 4 класс не встречались с учащимися 5-11 классов. Учащиеся будут разделены на три потока, что позволит избежать скученности и повысит безопасность. Первый прием детей мы будем начинать в 7:45, в 8 часов начала уроков. Второй поток детей у нас придет к 10 часам, в 9:45 начинаем принимать детей. И третья ступенька – это 11:30. На каждом входе мы обеспечены бесконтактными термометрами, на каждом входе будет проводиться термометрия с записью в журнале температуры детей. Если у ребенка температура выше, чем 37,1, конечно же, мы сообщаем родителям. Конечно, в преддверии 1 сентября была проведена большая работа с учителями и с родителями. Все проинформированы и будут содействовать учебному процессу. Педагоги будут принимать участие и в приеме детей на всех входах. Ну и, конечно же, это та работа, которую будут проводить учителя ежеминутно на уроках, отсматривать детей, какое состояние у ребенка в течение дня. Если будет необходимость, по желанию детей, дети могут находиться в масках, никто запрещать этого не будет. Также все антисептические средства присутствуют во всех учебных кабинетах. Итак, расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты школьников к минимуму. За каждым классом закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. Учителя, конечно же, ждут детей. Школьники тоже соскучились по родной школе. Путешествие в страну знаний должно пройти на отлично. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».